машинка спасателей. Это штука, в которую они говорят, чтобы в воду не заходить. Такой мегафон. Сверху доска.
снова здрасте. Та же суббота. Я посмотрел, у меня там вышло, вроде как выходит, не буду наперед загадывать, а то здесь такое бывает. Здесь, знаете, бывает, ролик загрузил и вынужден удалять, бывает такое тоже. А так смотрю вот с утра, ролик получился, я посмотрел там на 10, на 11 минут он. Вот сейчас, кстати, как раз загружается. И я захотел еще прогуляться по сансету, думаю, почему бы и нет, будет... Вы уже увидите воскресенье, почему бы не посмотреть и с утра, и вечер. Арамбойский вот так пляж. Ну, как обычно, возле Food Planet, это... Вот они, сами планы. Вот я переключу. Вроде так отошел подальше немножко, чтобы меньше шумело. Вот, собственно, и пляж. Людей немного, говорю, было несколько дней, но действительно было холодно. Вот я даже сегодня как показывал, как в ручье искупался. Вот я потом себе что-то так... так несколько дней холод был, и, естественно, камень не прогрет. И вода, соответственно, ну такая, я говорю, мне очень понравилось, она меня так взбодрила. Ну и спасатели, куда без спасателей? Как мне эту рассказали, это не моя мысль, это мне со мной человек поделился, говорит, здесь какая функция у спасателей? Не спасать тебя, а не дать тебе зайти в воду. Я так, это меня так повеселило, действительно. Где-то сразу вспоминаешь, как сезон, да, где вот даже на том же Светлейке, то... С утра их, как правило, нету, я такой с утра, а вот так где-то идешь на сансет или еще там что-то надо. С детьми люди, вот. Красота, красота.